Вот, висит баннер 3 на 6 метров. Энергомаш БП-45 кубов 3990. В Бигаме у них тут опять день рождения был в апреле в начале. Но нет, вчера дядя доебался до меня. Продай, да продай мне Дензела за 3500, блядь. Я говорю, у меня там стартера нет. Он говорит, похер, давай, блядь, мне этот стартер, блядь, купай, нахуй. Я пилить, блядь, хочу прям завтра, блядь, на. Так, короче, взял я стартер новый. 600 рублей. Цена вопроса, так-то он 650. Ну, до этого он был 5-хат. Так, чисто алюминиевый, блядь, весь полностью. Сейчас съезжу в деревню, поставлю. А если дядя мозги компостировать не буду, продам. Пилу. Ну и добавлю там 300, блядь. Куплю новую Энергомаш. Шучу, конечно. Но я не знаю, что сподвигает людей при наличии вот таких вот баннеров, блядь, купать на Авито, блядь, какие-то зашмурыганные пилы, блядь, которым жить, блядь, по сути, 2 дня. Так, сегодня еще 1 мая, блядь, в магазинах народу, блядь. Как будто праздник какой-то великий, блядь, все эти яйца громят, как, блядь, дебилы, нах. По 2-3 упаковки, блядь. Сейчас в очереди пока стоял, блядь, полчаса, блядь, 10 человек, полчаса, блядь, какая-то бабуля, блядь, все этот... Всю очередь высматривал, она живая там вообще или нет, блядь. Вроде шевелилась, блядь, как тортилла, блядь, ебать. Просто, блядь, 10 человек очередь отстоял за полчаса, блядь, состарился весь, нахуй. Еще, блядь, и стоишь в очереди, выслушаешь, как кто, блядь, в детстве яйца красил, кто акварелью, кто гуашью, блядь, за неимением этих красителей и наклеек, блядь. Блядь, как будто мне вот эту вот хуйню, блядь, интересно выслушивать, блядь. Стартер я поставил, здесь один болт ни хера не подходит по отверстию. То есть будете покупать алюминиевый стартер, имейте в виду, сейчас бензику залью, черкану пару строк дяди и, наверное, будем продавать. Так, сейчас покажу еще переписку. То есть не здравствуйте, не до свидания. Товарищ, сразу пилить надо. Не знаю, что там пилить собрался. 20-й шиной, блядь. По мне, так это вообще шляпа полная. Самое оптимальное, это где-то 14 дюймов шина. Ну, такая универсальная. То есть, сегодня по короткой программе все работает до обеда. Ну, не до обеда. До 4 часов, не до 6, до 4. Поэтому купил я стартер, поставил сейчас черканем дяди. Уже это самое. Поедем в город, я сейчас в деревню тут опять. Кстати, сегодня, блядь, вообще какой-то идиотизм. Пишет мне тут какой-то Альфа-банк. Альфа-страх. Продлите ваш полис ОСАГО. У вас 21074, блядь. Блядь, и вообще им похую, походу, что я ее продал, блядь, 12 лет назад. Вот такой идиотизм. В каком я ее, наверное, в 2009 продал. Очнулись, ебать. Хотел тут переписку маленькую показать. Предложил я ему партнера. За 4500 меньше я продавать не буду. Вот, то есть дядя думает, что поршневая китайская на партнере
умрет через неделю, но он почему-то думает, что вот этот китайская пила будет вечной. Не стал я отговаривать. Вот здесь уже 12 человек в избранном. Не знаю, уже 400 просмотров. Что они в этом китайца нашли, не знаю. Такой, блядь, попугай. Дензел, блядь. Ладно, хер с ним. В натуре попугай Дензел. Так, дядя написал, стейтер поменял. Сам дядя Сноук. Короче, написал ему 300 сверху и привезу. Сразу был в сети 14 минут назад. Такие вот дела. Походу опять будут ебать мозги. Так, дядя мне ответил. Вот ему тоже ответ написал. Хотя хотел написать по-другому. Намного короче. А то есть, а не мудак ли ты дядя, блядь? То есть, одно мудачье на Авито, блядь. С кем-то о чем-то договориться вообще невозможно.